Сегодня дагестанцы отмечают день рождения имама Шамиля. 222-летию великого полководца в Махачкале открылся реконструированный памятник. На одноименном проспекте главного героя Кавказской войны вспоминали добрыми словами. В числе присутствующих и мэр столицы. Обо всем по порядку Хадижа Курбанова. Заменили ненадежный кафель на дагестанский камень. Полностью снесли рекламную вывеску над постаментом и привели в порядок прилегающую территорию. Все эти работы были проделаны ко дню рождения великого полководца. И это очень важно, считают собравшиеся. Ведь монумент служит лицом дагестанского народа. Почтить память кавказского лидера и оценить постамент в обновленном виде пришли чиновники, общественники и религиозные деятели. Нашим детям и всему нашему обществу нужна эта история, чтобы мы знали, какой личностью был великий имам Шамиль, чтобы мы равнялись, чтобы брали пример с этого человека, чтобы наши дети знали, когда они будут расти, с кого нужно брать пример, на кого нужно стараться быть похожим в плане мужества, храбрости и вместе с этим в плане уважения к старшим людям, к окружающим людям, в плане стойкости и соблюдения религии. Но, несмотря на облагороженный вид монумента, некоторые общественники посчитали не совсем верным выбранное для него место. И образ исторической фигуры, по их словам, должен быть воздвигнут в полный рост. Дескать, монумента великому полководцу недостаточно. Но поддержку у главы города они не нашли, ведь установление памятника в полный рост противоречит нормам ислама. Именно установку памятника, за это большая ответственность с точки зрения ислама, за изваяние не только даже человека, тем более такого человека, как имам Шамиль. Я думаю, если мы в имама Шамиля время жили, вы предложили ему поставить памятник, меньше, что нас ждало, отсечение головы. Вас прошу, именно давайте мы не будем поднимать установку памятников, бюстов и любое все, что отбрасывает тень, тем более имаму Шамилю. Как заметили многие, обновленный монумент также не соответствует состоянию улицы, на которой расположен. Проезжая часть проспекта оставляет желать лучшего, поэтому первым делом мэр города заявил, что реконструкция на этом не заканчивается. Далее будет проведена замена асфальта на дороге и устранение ям, но все это требует времени. То мы отремонтируем все каналы, по которым проходят коммуникации, в первую очередь. Потом уже поменяем дорожное покрытие. А также сделаем и освещение, разделительные газоны, прилегающие там дублеры. То есть полностью, не просто поменять асфальт, это ничего нам не даст, к сожалению. И сделать сегодня хорошо памятник и просто поменять асфальт, который через полгода пойдет такими же волнами, будет чуть неправильно. И поэтому чуть сабр, уважаемые махачкалинцы и дагестанцы. Для таких работ потребуется год, заверил глава города. И, возможно, к следующему дню рождения предводителя горцев не только монумент, но и вся улица с одноименным названием будет радовать глаз махачкалинцев. Хадижа Курбанова, Салман Гитехмаев, телеканал НТ. Махачкала.